7.00, всем доброе утро, на завтрак у меня омлет, вот такой вкусненький, на 2 яйца, мяско копченое, кусочек, помидорка и сыр. Все это расплавилось, горячее, готово. И чашечка черно-зеленого чая без сахара. Приятного всем аппетита, удачного похудения. 7.00, всем доброе утро, на завтрак у меня овсяный блин. Кто не знает, как делать, 3 ложки столовые овсянки, одно яйцо и ложка столовая кефира. Все это смешивается. И на сковородке буквально смазанное масло. Не наливать масло, а смазать надо масло. Обжаривайте с двух сторон под закрытой крышкой изначально сразу на холодной сковородке. И все, и посыпайте сыром. Очень вкусная штука. Чашечка черно-зеленого чая без сахара. 7.00, всем доброе утро, на завтрак у меня 2 кусочка гречневого хлеба, обжаренные на сковородочке, сверху сырок плавленый и красная рыбка, очень вкусное сочетание. Сверху я немножечко присыпал ее прованскими травами для аромата. Чашечка черно-зеленого чая без сахара, приятного всем аппетита, удачного похудения. 7.00, всем доброе утро, на завтрак у меня 3 маленькие блинчики с мясом, очень вкусные. И чашечка черно-зеленого чая, чабреца я добавил немножко. 7.00, всем доброе утро. На завтрак у меня 2 кусочка хлеба, а сверху печеночка. Короче, паштет с печенкой, с грибами и орехами грецкими. Ой, укропчиком посыпал, очень вкусно. Чашечка черно-зеленого чая без сахара. Приятного всем аппетита, удачного похудения. 7.00, всем доброе утро. На завтрак у меня 2 бутербродика. Вот с такой вот вкусной намазкой. Это яйцо с сельдереем и сыром плавленым. Очень вкусно получилось. Укропчика немного добавил. И еще огурчик солененький. Туда же потер. Чашечка черно-зеленого чая без сахара. Приятного аппетита, всем удачного похудения. Доброе утро, 7.00. Сегодня у меня вот такое красивое китайское блюдо. Яйца маринованные по-китайски. Видите, они такие черненькие сверху. Овощи сверху тоже маринованные из тех же яиц. Ребята, это очень вкусно. Попробуйте. Оно для нас как бы необычно, но я вам говорю, кто любит яйца, тем по-любому понравится. Чашечка черно-зеленого чая без сахара. Приятного аппетита, всем удачного похудения. 7.00, всем доброе утро. На завтрак у меня 3 вот таких вот оладушка с яблоком и со сметаной. Чашечка черно-зеленого чая без сахара. Приятного всем аппетита, удачного похудения. 7.00, всем доброе утро. На завтрак у меня 2 кусочка хлеба темного, плавленый сырок, а сверху новинка, это я пытался сделать колбасу докторскую с кусочками курицы. Ну, куриную колбасу по типу докторской. Получается, я отварил курочку, туда же лучок и морковка. И я часть смолол, а часть оставил кусочками, видите? Добавил немножко желатина и все это в пачке из-под сока квадратной, ну, залил, и вот такая вот получилась колбаса. Ну, что сказать, очень даже вкусненько, очень даже натуральненько, ничего лишнего, никакой химии можно делать. Просто туда еще по рецепту чуть-чуть сока свекольного шло, чтобы она более красная была, как, ну, как докторская колбаса. Ну, я не стал добавлять. Она такая ореховая получилась. Чашечка черно-зеленого чая без сахара. Приятного аппетита, удачного похудения. Ищите нас на ютубе под хэштегом Жирукопец. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе. Мы сможем это сделать.